Вы все большие молодцы. Так, смотрите, что нужно делать. Сейчас для того, чтобы выиграть в конкурсе, каждый из вас... Кто меня слышит? Поднимите руку. Я. Ага, отлично. Все. Все, кто меня слышит, говорю один я. Вы сейчас слушаете. Для того, чтобы выиграть в конкурсе, нужно запрыгнуть на турник и дольше всех провисеть. Все поняли? Стоп, стоп. Сейчас пока не запрыгиваем. Сейчас распределяемся по снарядам. Запрыгиваем только по команде. Родители, пожалуйста, помогайте нам страховать ваших детей и подсаживать на турники. Пока что выбираем турник, но не залазим. Выбираем любой турник, который есть на площадке. Родители и команда, пожалуйста, нам помогайте. Вот тут есть еще много свободных турников. Родители, помогайте нам страховать и подсаживать ваших детей на снаряды. Только висим на турнике, только висим. Кто дольше провисит, тот и победил. Вот кто сейчас висит уже на турнике, тот проиграет, это точно, потому что команды пока не было. Итак, у вас есть еще ровно 10 секунд для того, чтобы выбрать место, где вы будете висеть, и выбрать взрослого на площадке, который будет вас подсаживать и страховать. Все, кто не успел, тот опоздал. Давайте обратный отчет. 10.